19 октября 1995 года был создан Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. В честь 20-летия существования службы ЧС в нашей стране глава региона наградил ветеранов и особо отличившихся спасателей юбилейными медалями от имени министра внутренних дел. Зал Дворца культуры Горняков сегодня самое безопасное место в городе, ведь он полон отважными спасателями. Среди присутствующих Куаныш Мукашев. В 2010 году он спас двух девочек при пожаре в 10-этажном доме. Лестница АЛ-30 не доставала. Видя девочек, которые стоят на балконе, просящих о помощи, мне пришлось, ни о чем не думая, просто у меня была в голове одна мысль, это только спасти девчонок живыми, вытащить оттуда с огня. Вот это самое главное для меня, это жизнь, потому что пожарные, рискуя своей жизнью, должны спасать чужие жизни. И каждый представитель этой благородной профессии поступил бы так же, уверен Куаныш Мукашев. С 20-летием существования службы ЧС в Казахстане спасателей поздравил глава региона. Вы всегда первыми приходите на помощь тем, кому трудно, кто попал в беду. Вы оберегаете самое дорогое, единожды данное человеку, жизнь и здоровье. А порой даете шанс заново родиться на свет. Лучшие качества сотрудников комитета по ЧС и его структурных подразделений в полной мере проявились в этом году, когда многие регионы Казахстана и в особенности наша область столкнулись с катастрофическим стихийным бедствием, весенним паводком и наводнениями. Своим самоотверженным трудом вы заслужили искреннюю благодарность тысяч людей. Глава области вручил наиболее отличившимся сотрудникам в этой профессии почетные грамоты и благодарственные письма. А от имени министра внутренних дел Республики Казахстан Нурмухамбет Абдибеков презентовал юбилейные медали ветеранам и отличникам службы. Среди награжденных Лидия Ким. Она много лет проработала специалистом по обучению населения при чрезвычайных ситуациях. По ее словам, спасать людей может и женщина. Главное – обладать специальными знаниями и храбрым сердцем. Моя работа отложила отпечаток на всю мою жизнь. Я могу в любой ситуации сконцентрироваться, не упасть духом, мобильно решить какой-то вопрос. Помнить на память любые телефоны, любые организации, необходимые мне вот для ликвидации ЧС, вот именно в моей работе. День спасателя в Казахстане считается очень важным праздником. Награждение сопровождалось концертной программой. Айгерим Бухтаева, Дмитрий Оборок, Никита Косых, 5 канал.